Город-парк, Велтон-парк, буквально на глазах вырастает в столичном районе Хорошово-Мневники. В самой престижной части комплекса, на Карамышевской набережной, на так называемой «Золотой миле» возвышаются 16 и 17 корпуса. Строители здесь с августа прошлого года. В двухсекционном 17 корпусе монолитные работы уже закончены. Теперь очередь за монтажниками, электриками и сантехниками. К зданию подводят инженерные наружные сети канализации и водостока. Окна в по-настоящему экологичном доме деревянные, с двойным стеклопакетом от компании «Декон». Подземный паркинг почти готов. Мы находимся около въездной рампы в гараж на территорию Карамышевской набережной, корпус 16-17. В настоящее время здесь происходит производство работ въездного паркинга, а конкретно вертикальных конструкций, монтаж стеновой опалубки «Месса», после чего будет производиться бетонирование. В 16-м корпусе тоже шумно. Этот дом состоит из трех монолитных секций. Две по 25 и одна 19 этажей. Оригинальная технология туннельной опалубки позволила сделать сложнейшую работу всего за 8 месяцев. И к 5 октября полностью закончить с монолитом. Перед нами сейчас находится 16-й корпус, на котором ведется черновая кладка наружных стен на 22-м этаже. Самое же интересное происходит в 100 метрах от Золотой мили. Здесь на улице Народного ополчения идет застройка целого квартала. 15-й корпус состоит из 5 секций высотой от 10 до 25 этажей. Площадь грандиозного здания 47 тысяч квадратных метров. 33 тысячи жилая площадь и почти вся она, а точнее 23 тысячи, будет отдана горожанам бесплатно в рамках реализации столичной программы переселения из ветхих пятиэтажек. Москвичам 21 века достойное и комфортное жилье. На две части делится паркинг, то есть здесь одноэтажный, здесь двухэтажный паркинг. Кровля паркинга у нас, она эксплуатирована кровля. На ней будет благоустройство, дорожное сообщение, прилегаемые территории. Также будут детские площадки, разворотные площадки. На этой же кровле гаража будут зеленые участки, насаждение кустов, деревьев и так далее. А пока сюда можно приводить студентов, будущих строителей. Все стадии нулевого цикла как на ладони. Начиная от вязки стен подвала минус второго этажа. Здесь мы видим часть монолитных работ по гаражу, выполнена часть фундаментной плиты второй секции. Также видим, как у нас задавливается свайное поле, после чего будет делаться ростер и заливаться фундаментная плита. И уже в дальнейшем вертикальная конструкция подземной части. Первый и второй этаж сделаны двухшаговой опалубкой. Последующие этажи выполнены выкатной туннельной опалубкой. Она быстрее, потому что одновременно монолитные работы, бетонирование происходит и вертикальной конструкции, и плиты перекрытия. В результате применения этой технологии можно залить 420 кубометров одного этажа всего за 5 дней. Работа идет быстро. Пока здесь шумно и пыльно, но уже к апрелю 2015 года мало что будет напоминать о стройке. Уникальный жилой квартал Велтон Парк преобразит мегаполис и станет примером разумного, современного и творческого подхода к реконструкции и строительству.